Мы помним с вами, как это говорили, что здесь основная суть. Основная суть – это кедровая бочка. Что такое кедровая бочка? Ну, кедровая бочка вам дает то непередаваемое чувство, которое вы посещаете после сауны. Только, естественно, вы не все можете туда зайти, потому что голова снаружи, все остальное внутри. И вот давайте посмотрим, как все это сделается с моим телом. Ну, понять-то надо, что на кедровую бочку здесь предварительная запись. И как-то так получается, что в кедре лучше всего выходит то, что вы не сможете промыть в ванне. Ванна – это хорошо, но как вытащить из вашей кожи все, что с вами? Хороша баня, но не для всех. Хороша сауна, но не для многих. Хорош хамам, но не каждый сможет здесь находиться. В такой кедровой бочке вы выпариваетесь. Я не говорю про вес. Часть веса маленькая выйдет. Но лучше новое качество жизни с новой кожей. Что находится за моей спиной? За моей спиной находится кедровая бочка. Вы сюда садитесь, и здесь вы занимаетесь потением. То есть голова будет сверху находиться, а вот все остальное будет потеть. То есть мы не говорим, что это сауна, баня и все остальное. Это абсолютно другие вещи. Но почему вы должны пропотеться? Потому что это хорошо. Представляете, потные железы, они собирают в себя вот все то, что вам по сути-то и не нужно. Цена вопроса. Цена вопроса не такая большая. 300 рублей. Почему бы вам не попотеть вместе со мной? Так что зайдемте и посмотрим, как это делается. Слово «пот» — это хорошо. Вы садитесь и доблестные 35 минут потеете. Причем здесь вы не обжигаетесь, как в бане или сауне. Здесь с вас все стекает. Конечно, 35 – это время, но и результат. Кто не может по ряду причин посещать банно-оздоровительные комплексы, сюда. То же самое и тот же результат. При этом все, что вы здесь делаете, в 3, а то и в 4 раза дешевле часа в бане, причем дневного. А уж про вечерний речь-то и не может быть. Как вам такой результат вашего выздоровления, а? Кедровая бочка – это процедура уже издревле идет, то есть это не новая процедурка. То есть она не будем говорить, не в сравнении ни с сауной, ни с банькой не происходит. То есть здесь идет оздоровление организма. Здесь у нас идет термостат, то есть здесь у нас идет счетчик, который работает под паром, под определенной температурой, выставляемый каждому человечку. То есть мы добавляем в термостат готовые пакетики с травами, то есть и добавляем наш пихтовое масло, вот именно башкирское, то есть у нас хорошо его делают. То есть, и вот эти фитопары с травами, с маслами работают полностью с организмом. То есть организм потеет, очень много выходит жидкости, будем говорить. Работает на клеточном уровне, работает на тканевом уровне. То есть что происходит? Идет очень хорошая стимуляция организма, будем так говорить. Прогреваются все суставчики, у кого проблемы есть с суставами, с хондрозом, будем с онемением пальцев, значит, это к нам. Будем так говорить. Кто у нас проходит курс бочечки, то есть была эпидемия гриппа, многие ее прошли мимо, потому что поднимается иммунитет. То есть одна процедура бочечки, это подразумевается 10 километров пробежки. Как здорово. Да, то есть если кто не любит заниматься спортом, пассивно идет, да, то есть может обратиться к нам. То есть здесь то же самое, будем говорить, с давлением. С давлением здесь падает тоже давление. У меня женщина была, мы говорить на выходной, факт. Пришла женщина, у меня давление 130, мы ее посадили в бочечку, она приняла процедуру, давление упало на 15 делений, ритм сердечка восстановился, ей очень, будем говорить, понравилось, то есть здоровье. А еще мы говорим о том, что это недорогое удовольствие. Сколько оно стоит это у вас? Это недорогое удовольствие, это стоит процедура 300 рублей, то есть всего занимает она 30-35 минут, 20 минут мы сидим в бочечке, выходим, принимаем душ и принимаем алфитовские чаи, то есть наш тоже Новосибирск. Круто, дешево и замечательно. То есть почти за час вы получаете то, над чем вам придется потерпеть. Кстати, зачем терпеть, если есть кедровая бочка? Мне вот как-то говорят, что у меня очень хорошая фигура, практически атлетическая. Это не говорите вы, это говорит какой-то там, ну, товарищ, по-моему, из Китая, что ли. Ему нравится смотреть эти сюжеты. Хотя, может быть, это и из Японии. Без разницы. Но пишут на английском, еще говорят, посмотрите, какой замечательный атлет. Что ж, мы постараемся это и делать. И вот в этом возрасте, с такой замечательной фигурой, я вам буду это дело показывать. А как сюда записаться? Записаться сюда легко. 43, 49, 74. Придите, записывайтесь и получайте максимум удовольствия.